Ку-ку, Сереженька. Ку-ку. Пятки твои покажем. Покажи. Ухоженные пятки такого грузчика. Я их пилила сегодня. Я их пилила сегодня ему. Видите, даже у меня, у грузчика тупого, и то пятки ухоженные. Вот. А что говорить про баб, которые ходят с потресканными пятками? Быдло. А что ты про Китай тогда заговорил? А мне шерстяной кот написал в комменте. Так не Китай, а Киев он написал. Он написал, что в Китае у всех баб пятки не потрескают. Да не в Китае, а в Киеве он написал. В Киеве? Ты читать не умеешь. Потому что в Киеве бабы ухаживают за пятками и ноги бреют. А Китай при чем? А в Швеции нет. Нет, в Китае я просто версию выдвинул. Сережка читать просто не умеет. Он прочитал неправильно, вот. Ой, Сережка, читать не умеет.